Добрый день. Вот у меня настоянная шелуха лука. Я ее настаивал сутки, заливал теплой водой и настаивал сутки. Теперь мы его процедим и добавим столько же воды. И польем всю нашу рассаду. Процедили настой. Теперь добавляем теплой воды. Для полива рассады надо делать состав, чтобы был 1:2. Вот такой. Вот, водичка тепленькая. Для опрыскивания надо делать состав 1:5. Перелили вот такую бутылочку. И теперь будем поливать нашу рассаду. Это будет хорошая подкормка для рассады. Вот что я хотел вам показать. Добрый день. Сегодня мы будем приготавливать отвар из луковой шелухи, который годится для как не в корневой, так и подкорневой подкормки. Если на цветке вы увидели деформацию листьев и почернение самого стебля, значит в вашем цветке завелся грибок. Его срочно надо подкормить или обрызгать луковым отваром. Для приготовления лукового отвара я взял пол-литровую банку шелухи, заливаю кипятком и даем настояться 20 минут. Прошло 20 минут, выливаем содержимое нашей банки в кастрюльку. И добавляем пол-литра воды горячей. Все это ставим на плиту. Как это все закипит, мы прокипятим еще 5 минут. Как только наш отвар остынет, его надо процедить и развести 1:4. И можно поливать и брызгать сверху от грибка. Семена помидор были обработаны перекисью водорода. Вот как они пошли в рост. Теперь их надо попикировать. Я вам покажу своих два метода, как я пикирую помидоры. Первый метод. Берем помидор, обрезаем его ножницами, делаем лунку, вставляем, вот так поливаем. Второй метод. Берем с корнем помидор, вставляем, закручиваем в кольцо, засыпаем землей. Добрый день, с вами дачный обзор Садогород. Вот сегодня 4 апреля. Видите, какая у меня рассада. Вот эти помидоры я обрезал и втыкал в землю. Видите, какие толстые стволы у них. Мощные помидоры, мощная рассада. Даже один сунул сюда вместе с синим. Видите, какой. Вот эти я скручивал в кольца вместе с корнем. Видите, они немного слабее, стволы тоньше, развиваются хуже. Эти, что вставлял, обрезал и вставлял, развиваются лучше. Вот что я хотел вам показать. Вот это такие результаты. Это пока все. Это был дачный обзор, Садогород, пока. Добрый день. Сегодня мы посадим перец. Вот такой красный гигант, крупноплодный. Плоды растут от 300 до 400 грамм. Достигает размера до 20 сантиметров. Стенка плотная. 6-8 мм. Сладкий на вкус. Вот, будем. Перед этим я семена протравил перекись водорода 3%. Они постояли у меня 15 минут. Вот я их разложил. Сейчас мы их присыпем землей. Немножко. Польем водой немножко тоже и накроем пленкой. Вот так они у нас будут стоять, пока не зайдут в теплом месте. Добрый день, с вами дачный обзор Садогород. Вот 19 января я снимал ролик, как высаживал семена перца на рассаду, протравливая их перекись водорода. Вот еще не прошло и месяца, вот смотрите, какой результат. Видите, как пошел перец. Многие задают вопрос, недолго ли я держал в перекиси водорода. Я держал 15 минут семена, а потом высаживал сразу в землю. Если бы я много держал, мне кажется, перец бы
Просто не зашел бы. А так, видите, какой результат, какие всходы. Вот что я хотел вам показать. Протравливайте, не бойтесь, держите 15 минут перекиси водорода. Это был дачный обзор «Садогород». Пока. Добрый день, с вами дачный обзор «Садогород». В своем ролике я хочу вам показать. Вот я садил перец в коробке из-под торта. Семена закалял то в холодной, то в горячей воде по три раза. Потом посадил просто в коробку из-под торта. Вот один, и вот вторая коробка. Видите, какой перец у меня пошел? Я его не пикировал и пикировать не буду. Я его прямо с коробок посажу в грунт. Вот перец, который я пикировал в стаканчике. Видите, что получается? Некоторый перец даже затормозился в росте. Один пошел нормально после пикировки, второй стал плохо что-то развиваться. Или я повредил корни после пикировки, или корень неправильно лег там. Ну, вот такой результат у меня. Вот. Эти в коробках. Перец отличный. Хорошо развивается. Друг другу он не мешает. Сколько надо было бы стаканчиков, чтобы его попикировать. А так я его пересажу в грунт. Сажать я буду по две штуки рядом. Перец любит, чтобы его не по отдельности сажали, а по два штучки рядом. Вот что я хотел вам показать. Вот видите, какой перец пошел. Добрый день. Вот видите, рассада перца. Семена были обработаны перекисью водорода. Когда они подросли, стали вот такие вот. Я их попикировал. Вот видите, какой у меня перец сейчас. Говорили, перец плохо переживает пикирование. Болеет. Вот видите, результат какой. Он нормально прижился, нормально пошел. Так что обрабатывайте перекисью водорода семена, и не бойтесь, и у вас будет хорошая крепкая рассада. Вот что я хотел вам показать. Это результат. Я это все высаживал, семена высаживал 17 января. Сегодня 27 февраля. Вот такая у меня рассада. На этом пока все. Пока, это дачный обзор «Садогород». Пока. Добрый день. Вот, прошло 17 дней, как я получил вот такую посылку. Это называется украинские почерички от грибника. По-русски это шампиньоны. В посылке была инструкция вот такая по выращиванию грибов. И грунт вот такой. И внутри компост с прорезями. Теперь мы вырежем вот эту пленку и засыпем это все грунтом. Дальше я вам покажу. Смотрите в следующем ролике. Доброе утро. Всем, всех с Новым годом. Мирного неба над головой. Сегодня ровно месяц, как я приобрел вот такую посылку от грибника. Давайте посмотрим, что у меня тут выросло за месяц. Всем, я думаю, интересно. Мне тоже. Вот видите, появились грибочки. Вот, хорошо их видно. Шляпки растут. Вот это, где белая. Видно точечки, это тоже будут грибочки. Грибы прорастают. Так что, если вам попадаются такие коробки, берите и разводите грибы. Вот что я хотел вам показать. Это результат месяца, как я приобрел посылку. На этом пока все. Пока.